Рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня будет видео о всех моих рукодельных елочных игрушках. И начать хочу это видео с вот такого вот символа уходящего года, с чудесной собачки, которую я плела в прошлом году. Она двухсторонняя, вот такое вот чудо получается. Мастер-класс нашла на просторах YouTube, довольно подробный. Я сплела три таких собачки, по-моему, три. Но остальные ушли на подарок, и мне осталась одна вот такая. Она довольно тяжелая, и быстрее всего в этом году также будет висеть не на елочке, а украшать стену рядом с другими картинами новогодними. В этом году у меня плетутся вот такие вот звездочки, но это звездочки опять же не на мою елочку. Я не успеваю их плести, только сделаю, сразу раздариваю. Поэтому не уверена, что в этом году на елочке у меня будут такие висеть, так как эти тоже уйдут на подарок. Быстрее всего в январе продолжу и буду уже делать для себя. Покажу вам чуть поближе. Вот такие вот они двухсторонние. Симпатичные получаются. Мне очень нравятся. Они мягенькие, такие приятные. Не очень сильно их набиваю, чтобы они не были сильно пухленькими. Итог мне очень понравился. Хочу себе сплести, ну, 4 или, возможно, даже 5. Но они такие классные, что хочется еще и поделиться такой красотой с другими. Хочется подарить. Поэтому все-таки для себя буду плести уже в 2019 году, хотя, может быть, хоть одну успею к Новому году еще и для себя сплести. Хоть это видео и о всех моих вышитых елочных игрушках, но хочу вам показать некоторые игрушки. Не мои самодельные игрушки, но они мне безумно нравятся, и, возможно, кому-то идея приглянется, и вы сможете сделать себе такие же, потому что, в принципе, мне кажется, сделать их довольно просто. Это вот такой вот елочный шарик, я его просто обожаю. Он такой блестящий, красивый, хотя, казалось бы, работы здесь совсем немного. Вы видите, это бусы на нитке, жемчужинки, бусинки, приклеенные просто к пластиковому шарику. Давно мое внимание привлекают такие вот необычные елочные игрушки, не стеклянные, не пластиковые, а именно похожие на рукодельные, ну, конечно, их кто-то делал руками, так что они тоже рукодельные, но не мои. Еще до появления YouTube в моей жизни привлекали они мое внимание, поэтому изначально я покупала такие игрушки, а уже позже, когда узнала, что можно самой делать, начала делать игрушки сама. Давайте покажу вам еще некоторые игрушки, которые мне очень сильно нравятся. Мне кажется, их вполне можно сделать самим. Нужны только формочки, которые внутри. Здесь форма необычная. Есть еще вот такая вот игрушечка. И, в принципе, я думаю, те, кто умеет вязать, вполне могут сделать себе что-то подобное. Еще шарик в пару к этому. Вот такой вот красивый. И в пару к такой игрушке есть также кругленький. И здесь оторвалась веревочка, необходимо сейчас будет пришить. Вязание здесь машинное, и такое чувство, что взяли просто цельный вязаный лист и просто вырезали кусочки. Возможно, кому-то эти идеи пригодятся. И еще хочу показать одну мою любимую серию таких вязаных елочных игрушках. Ну, начнем с таких вот сапожек, милых чудесных ботиночек. Маленькие уги, маленькие чуни. И помимо вот таких вот чудесных сапожек, есть у меня вязаные шапочки. У них есть подвесы, чтобы наряжать елочку, разные узоры. И к этим шапочкам у меня есть чудесные, просто неимоверно красивые свитерочки. Посмотрите, какое это чудо. Каждый свитерочек находится на отдельном тримпеле, когда их вешаешь. Тримпелек виден чуть получше. Давайте покажу вам это чудо. Посмотрите, какая красота. Обожаю эти свитерочки. Когда-то давно увидела елочку полностью наряженную такими вот свитерочками. Это было так чудесно. У меня их, конечно, не так еще много, но я думаю, что такие вполне можно связать и из какой-нибудь проволоки сделать такие чудесные вешалки. Смотрите, какая красота. И в этом году Мариночка, я
я оставлю вам ссылку на ее канал. Она вышивала свитерки на елку, елочные игрушки делала на пластике. Я попросила у нее схемку, и, возможно, к следующему Новому году мои вязаные свитерочки дополнятся еще и вышитым. Обожаю вот эти вот игрушки, хоть они и не самодельные, хоть я не сама их делала, но они такие чудесные. В моей коллекции есть игрушки рукодельные, но которые делала не я. Эти игрушечки дарила мне моя рукодельная подруженька Галочка Давидюк. Посмотрите, какие прекрасные конфетки. Обожаю эти игрушки. Я не умею плести бисером все. Хочу у Галочки научиться. Вернее, это не плетение. В отличие от собачки, где идет плетение, то есть вы пришиваете каждую бисеринку к другим, здесь идет вязание. Наверное, так, не знаю, как правильно рассказать. Вот таких вот 5 чудесных леденчиков у меня есть. И в этом году мою коллекцию пополнили Галочкины игрушки. Вот такие вот сосулечки, которые она делала в этом году. Оставлю вам ссылки на видео Гали. Мне нравятся подвесы, которые у этих игрушек. Их легко будет вешать, особенно деткам. Такие вот 3 чудесные сосулечки. И еще одна прекрасная снежинка. Здесь подвеса нету, необходимо еще прикрепить. Очень нравится эта снежинка моим деткам. Галочка, огромная тебе еще раз спасибо. Они от нее просто в восторге. Я ее уже прячу, потому что они ее постоянно дергают. Сосульки висят, они не так уделяют им внимания, а звездочку я прячу, они уже просят: мама, где ты делай снежинку? Покажи нам снежинку, дай поиграться. Чудесные игрушки, обязательно оставлю вам ссылочку, как Галя их делала. И еще, помимо всего прочего, на моей елочке висят рукодельные игрушки, которые делали мои детки. Это вот такой вот чудесный котик. Очень давно его делал мой старший сыночек в школе. Позапрошлом году мы с детками разрисовывали вот такие вот игрушки. Это были готовые наборы. Надо было только их заполнить краской. И уже детки на свое усмотрение заполняли красками, которые им больше нравятся. Вот такая панда. Вот такой вот кораблик. И также есть игрушки, которые разрисовывали детки. Вот такая вот чудесная елочка, домик. Это уже игрушки от волшебной страны под разукрашку, либо под декупаж. В прошлом году эти игрушечки Николай принес ребенку на подарок, и он с огромным удовольствием сам их раскрасил. Если вы ищете какие-нибудь игрушки для деток, чтобы они помогли вам сделать елочку рукодельной, возьмите себе на вооружение вот такие вот игрушки. Ребенок был в восторге заниматься изготовлением своих собственных игрушек. Ну а теперь перейдем к моим уже вышитым игрушкам. И начнем мы эту серию с вышитых игрушек от Butterfly. У меня до сих пор нету никакой красивой коробочки. Я хочу все это собрать вместе. У меня 2 вот такие вот коробочки и еще одна большая. И то не все там помещается. Давайте буду показывать вам постепенно. Этих игрушек у меня довольно много. Вышивала я их еще в 2016 году. Тогда их только выпустили. Я сразу купила много и сразу сделала себе большую коллекцию этих игрушек. Сейчас они занимают у меня, как вы видели, целую коробку. Буду вам быстро показывать, потому что их действительно много. Кому интересно посмотреть более внимательно на эти все игрушки, на канале видео о этих всех игрушках вместе. Ссылки оставлю внизу, можете проходить и смотреть. Есть игрушки, которые одинаковые с двух сторон, а есть игрушечки, у которых передняя и задняя часть разные. Сшивала, как вы видите, поверху где-то белой ниточкой, где-то красной. Девочки сейчас многие сшивают мононитью. Не знаю, это мне кажется очень сложно. Я сшивала обычной ниточкой, то это занимает довольно много времени. Но, конечно, более аккуратно выглядят сшитые игрушки мононитью. Такой вот ангелочек чудесный. Это еще не все, нет, это еще не все. Такая чудесная снежиночка. И, конечно же, вот такая вот чудесная елочка.
И последняя игрушка, которую я вышивала уже в прошлом году, такая вот собачка, символ этого года, символ прошлого года. И как-то я немного провтыкала, не купила себе свинку. Надо будет купить хотя бы по прошествию этого времени, хотя бы уже после Нового года, но вышить все-таки себе свинку, чтобы были у меня символы годов фетровых, вот таких вот игрушках. В прошлом году я вышила только собачку, уже не стала никаких других докупать. Сейчас довольно много игрушек есть у Butterfly, вот такой вот серии фетровой. Вышиваются они очень быстро, можно сделать много себе, целую елку украсить такими, но все не купишь, все не вышишь. Мне кажется, у меня достаточно этих игрушек. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 фетровых игрушек от Butterfly. Мне кажется, уже хватит, дальше некуда. Поэтому на этом я пока остановилась, но обязательно докуплю себе всю такую какую-нибудь свинку, чтобы был символ и этого года. И также в этой коробочке лежат еще две такие вот елочные игрушки. Это уже пошитые были заготовочки, пошитые, набитые. Вот такой вот сапожок и снеговичок. Это, по-моему, вышить Эмри. Сейчас точно не вспомню. Оставлю вам ссылку, где я показывала как раз-таки эти две игрушки, собачку и от Butterfly собачку вышитую. Вот такие вот тоже две чудесные игрушки. Вышиваются довольно быстро, их также довольно большая коллекция есть у фирмы, а может это Красуня, не знаю, оставлю ссылку, смотрите, кому интересно. Движемся далее, еще одна коробка, в которой лежат уже игрушки от другого производителя, который нас радует своими елочными игрушками, это у нас волшебная страна, и давайте покажу вам их немного поближе. Коробка не такая полная, потому что они не такие объемные, как у Butterfly. Есть у волшебной страны вот такая вот интересная серия. Единственное, что их необходимо разукрашивать. То есть те, кто не любят разукрашивать, возможно, вам не подойдут такие игрушки. В наборе есть фетр, деревянная заготовка, но она просто деревянная, не разукрашенная. Опять же, видео по данным игрушкам отдельное есть. Сразу по четырем. Да, у меня таких игрушки 4. Сейчас вам все их покажу. Но мне понравилось, конечно, разукрашивать, хотя у меня не такой большой набор именно красок. Кое-где мне помогали детки разукрашивать, где более большие участки. И такое совместное творчество сближает родителей с детками. Подготовка к празднику идет более весело. Если вы еще не видели таких игрушек, заходите, смотрите. Их также довольно много. Но опять же обращу ваше внимание, что их необходимо разукрашивать. Еще одной серией игрушек от волшебной страны стали вот такие игрушки, где вышивается на холсте. Холст, закрепленный в деревянную основу. Вышивки здесь совсем немного. И изначально эти игрушки идут по две в наборе. И когда их только презентовала компания, их необходимо было склеивать между собой. В дальнейшем рукодельницы, многие решили, что они будут делать по две игрушки, сами вырезали фетр. И компания, увидев это, прислушалась к мнению рукодельницы, начала уже выпускать эти игрушки с фетром. Я покупала свои игрушки в самом начале, когда они еще были не укомплектованы фетром. И если, например, кружочек можно вырезать, то такие фигурные игрушки, как, например, вот елочка, здесь не так легко было вырезать самой фетр, поэтому я обратилась к компании, попросила мне выслать фетр ко всем моим игрушкам. Компания пошла мне навстречу, все мои игрушки оформлены с фетром. Елочки у меня осталось две, разукрашены немного они по-разному. Снеговички, вот таких вот у меня осталось по одной игрушке. Делала по две, но по одной потом подарила. Еще вот такой вот колокольчик, вот такой вот чудесный олень. Его мне прислали в подарок вместе с фетром и к другим игрушкам. Здесь красивый фиолетовый фетр сзади, и олень у меня есть еще один, но он такой у меня в упаковке, отложенный на подарки. И также такой вот Санта и
еще один Санта, отложенный также на подарок. И, наверное, одни из моих самых любимых – такие колокольчики со снеговичком. И решила эти игрушки оставить обе себе, так же, как и елочки. Итого у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 игрушечек вышивки на холсте. И есть у меня еще одни игрушки от волшебной страны. Вышивка уже на деревянных заготовках, сосулька и шишка. И кто не знает, кто не смотрел мое видео, эти игрушки я вышиваю с двух сторон. Эти игрушки у меня двухсторонние. Бисера здесь, конечно, на две стороны не хватает. Я добавляла уже из своих запасов. И самое интересное, что по номерам бисер одинаковый. Но бисер, который дает нам производитель, он с круглой серединкой. Посмотрите, какой нежный у него блеск. У меня же был бисер с квадратной серединкой. И такое чувство, что это совершенно другие цвета. Они такие же, как на той стороне. Эти игрушки можно вешать не только на елку. Ими можно украшать, например, люстры. И они будут крутиться, то есть вы будете с двух сторон видеть, что игрушка красивая. Поэтому я считаю, что не обязательно игрушку вышивать только с одной стороны. Подарила мне в этом году Галочка еще одну такую заготовку деревянную. Я пока еще не успела, возможно, к Новому году успею вышить. И ее я также буду делать двухсторонней, чтобы эти игрушки можно было повесить куда-нибудь на видное место, где будут видны обе стороны. Более подробно я рассказывала в своих видео, так что кому интересно, ссылочки будут внизу. Вот такая вот целая гора игрушек у меня от волшебной страны. В этом году они выпустили новые игрушки на пластике, но я даже не знаю, стоит ли мне еще их покупать, потому что, как вы видите, игрушек и так довольно много. Хотя, конечно, мне некоторые игрушки у них еще нравятся. Может быть, в следующем году еще чем-нибудь пополню коллекцию игрушек от волшебной страны. Еще две игрушки, вернее, это не совсем игрушки. Это просто пинкипы, они у меня висят круглый год. Вышивала я их в этом году. Вот такой вот пинкипчик делала супругу в подарок на 14 февраля. Но их, в принципе, также можно повесить на елочку. И вот такая вот чудесная собачка, символ этого года. Также делала много таких подобных пинкипов для благотворительной ярмарки. И себе на память оставила такой вот один пинкип с собачкой. Не знаю, считать их елочными игрушками или не считать, но, в принципе, их можно повесить и на елочку. И сейчас я вам покажу последнюю свою елочную игрушку, вышитую именно бисером. Это вот такой вот чудесный елочный шар. Компания Tella Artis, продаются отдельно заготовки. Их вы вышиваете, сшиваете. В моем же случае было немного наоборот. Я сначала шила заготовку, а потом вышивала. Кому интересно, как именно это все происходило, что это за заготовка, подбор бисера мой, вы можете пройти по ссылочке, которая будет внизу. Я снимала довольно подробное видео по этому шарику. Вот такая вот красота у меня получилась. Обожаю этот шарик, его обожают дети, они им играются. Я уже начинаю ругаться, чтобы они его не дергали, хотя бисер здесь пришивала двойной ниточкой, ниточкой в два сложения, вроде как должен держаться крепко, но тем не менее не хочется, чтобы они его разорвали. Я сама обожаю эту игрушку, она такая, не знаю, чудесная. Те, кто любят вышивать бисером, да, я думаю, даже те, кто не очень любят, стоит попробовать. Приятные довольно ощущения тактильные. Она, конечно, довольно крупная, вот вы видите, у меня даже ладошки не смыкаются. Шарик получается большой, он получается довольно тяжелый. Такой вот у меня подвес, и чудесная, мне кажется, подошла чудесно сюда эта бусинка. Такая вот интересная, он красиво переливается, когда на него попадает искусственный свет. Такая вот чудесная игрушка, обожаю этот шарик. Хотела в этом году вышить еще и второй. У меня есть вторая зеленая заготовка, но быстрее всего, что уже не успею. Этот шарик я вышила в этом году после Нового года. Быстрее всего, что и зеленый уже буду вышивать после Нового года. Кажется, что работы здесь не так много, но по правде приходится заморочиться, особенно так как вышиваю я его
уже пошитым, поэтому не очень удобно. Все готовые изделия вышивать не очень удобно. Но результат мне очень нравится. Вот такая вот красота. Оставлю вам обязательно ссылку, кому интересно. Проходите, смотрите. Что касается бисерных игрушек, вышитых бисером, это, наверное, все. А сейчас давайте перейдем к игрушкам, вышитым крестиком. Хотя так не хочется переходить, хочется его жмакать и жмакать. А я еще ругаю детей, сама такая, что только его и хочется держать в руках. Ладно, давайте все-таки отставим его в сторонку и покажу вам свои елочные игрушки, вышитые крестиком. Я обожаю вышивать на пластиковой канве, и это вы поймете сейчас по моим игрушкам. Покажу вам вот эту вот стопочку елочных игрушек, которая у меня есть. Видите, высота такая немаленькая. Давайте будем их рассматривать поближе. Покажу вам в начале совушек. Вышиты они по набору, по-моему, Жанлин. Сейчас не вспомню, оставлю вам ссылочку в инфобоксе. В этом наборе идет 6 совушек. Давайте покажу вам их всех. Вот такие вот они милые, забавные. Изначально вышиваются они на обычной канве, и предлагается нам потом канву эту уплотнить клеем ПВА. Но мне эта идея не очень понравилась, поэтому я вышивала их на пластике. Мое удивление было очень сильным, когда я увидела, что в схеме есть четверть крестики. Конечно, можно попробовать сделать четверть крестики и на пластиковой канве для тех, кто упрямый. Но мне пришлось менять схемку немного. Я переделывала, чтобы избежать этих четверть крестиков. Мне кажется, получилось тоже довольно-таки неплохо. Оформила их так, как было показано на обложке, с вот такими вот палочками, веточками. Мне очень понравилось. Ниточкой мулине пришивала эту веточку. И такое чувство, что совушка своими коготками, своими лапками держится за эту ветку. Сзади игрушки оформлены белым фетром, и на каждой игрушке разные ленточки, что у меня было из запасов. И ленточки, как вы видите, у меня не цельные, чтобы удобнее было игрушку вешать либо на веточку, либо на ручку двери. Ну, сначала мне хотелось их делать именно такими. И в прошлом году я делала такие себе подвесы, также и на других игрушках. Давайте покажу вам еще поближе каждую совушку. Видео, наверное, получится очень-очень длинным. Кому интересно узнать поподробнее все о этих совушках, можете проходить, смотреть. Там одно видео у меня от обзора набора до готовых игрушек. Вот такие вот 6 интересных совушек. Мне они очень нравятся. Чудесная серия. Я люблю вышивать именно сериями. И если в наборе игрушек несколько, то я обязательно буду вышивать все, даже если мне какая-то, возможно, не очень сильно нравится. Итак, движемся далее. Очередная моя серия, это уже елочные игрушки от Dimensions. Вот такие вот снежные шарики. Буду показывать вам сразу поближе. Заменяла я на этих шариках надпись. Оформлены они сзади голубым фетром. Веревочки также у меня, как вы видите, ленточки разрезанные. Сделала я в прошлом году бантик. И очень удобно булавочкой прицепляла их к стене. Эта серия у меня собрана полностью. Такой вот следующий шарик с белым мишкой. Также надпись переделана. Еще один Санта. Третья игрушка. И четвертая. Вот такой вот веселый Санта. Надписи в данных игрушках идут на английском языке. Я их просто перевела, то есть подписала именно так, как они в наборах подписаны. Этот шарик у нас любовь, радость, вера и надежда. Вот такие вот 4 шарика. Мне нравится, что они оформлены именно голубым фетром. Получается такой как эффект сияния по краям шарика. И если в большинстве своих игрушек я стараюсь использовать все-таки белый фетр,
что в данной серии мне понравилось, как они выглядят с голубым фетром. Такие вот 4 снежных шарика у меня получились в прошлом году. Покупала я всего 2 набора. По-моему, вот этот и вот этот. И из остатков этих 2 наборов вышивала еще 2 шарика. Так что вышиты у меня все 4, хотя набора было куплено только 2. Движемся дальше к следующей серии. И следующая серия игрушек вышивалась уже в этом году. Это пряничная серия. Почему пряничная? Потому что там есть вот такой вот пряничный домик. Как-то так повелось называть эту серию пряничной, так я ее и называю. Кстати, они у меня все подклеены таким фетром цвет айвори. И у всех одинаковые подвесы сделаны. Так как эта серия, решила, что должны они у меня быть оформлены одинаково. И на данный момент у меня вышита половина этой серии, только 6 игрушек. Хотела в этом году я успеть вышить все, но, к сожалению, не так сталося, как гадалося. В следующем году буду обязательно продолжать, чтобы собрать полностью всю серию. Эту серию я дополнительно украшаю блеском. Добавляю в каждую игрушку 4 цвета блеска. Зеленый, красный, люрикс, сейчас не очень хорошо видно, и золотистый. Оставлю вам ссылку на 2 видео. В первом видео я рассказываю о вот этих вот 3 игрушках. И во втором видео о 3 следующих. Вот такая вот чудесная елочка. Здесь я немного поменяла гирлянду, решила сделать ее более нарядной, добавить бисер в данную игрушку. И последняя, 6-я игрушка, вот такой вот снеговичок. Здесь я также немного заменила задумку автора, переделала и сделала такую опушечку на шарфике у снеговичка. Таких вот 6 игрушечек у меня вышилось в этом году. Серия собрана еще не полностью. Обязательно буду продолжать ее собирать, так как уже сказала, что обожаю именно серийную вышивку. Посмотрим, сколько мне удастся вышить в следующем году игрушек. Мне кажется, уже их немало, но я на этом останавливаться ни в коем случае не собираюсь. Мне нравится вышивка на пластике, вышивается довольно легко, довольно просто. Такие приятные сюжеты. Итак, это то, что у меня есть сейчас из пряничной серии. Движемся дальше. Игрушки, которые также уже были вышиты в этом году. Еще есть у меня 2 серии, вернее, это было 2 набора. Это вот такие вот рождественские баночки. Давайте буду показывать вам немного поближе. Каждую игрушку заменяла я на игрушках надписи, переделывала на украинском языке. И украшены они у меня дополнительно вот такими вот бусинками. Я обожаю эти бусинки, я обожаю, как они тарахтят на игрушке. Получается такая вроде как погремушечка. И сами бусинки с такими как морозными узорчиками получились. Здесь игрушка оформлена белым фетром. Следующая баночка вот такая вот красненькая, с елочкой чудесной, нарядной. Также добавляла в эти игрушки немного блеска кое-где. Вы видите, золотистый есть блеск. И также на каждой игрушке ниточкой люрикса вышит снежок, белый цвет поверху. Есть у меня 2 отдельных видео по данным игрушкам. Эта баночка оформлена сзади красным фетром. И здесь немного бусинки отличаются. Сюда я добавила 1 бело-красную такую бусинку, потому что с голубыми получалось не очень. Следующая баночка с вот таким вот чудесным олененком. Он такой милый. Казалось бы, не так много крестиков, но насколько Dimensions умеет все-таки передать красоту. И также надпись переделана. Делала сама по образцу тех надписей, которые были в наборе. Немного заменяла буквы, брала за основу, скажем так, то, что нам предлагал производитель. И здесь также голубые с белым бусинки. И последняя баночка
Наверное, одна из моих самых любимых. Такие домики чудесные. И сюда я решила сделать надпись «С Рождеством Христовым». Семейный праздник, который празднуют все дома, поэтому здесь изображены домики. Оформление такое же, как у всех. Кстати, бусинки можно делать и полностью все на одну сторону. Можно делать различные сочетания, как они уже сами по себе перекатятся. И здесь игрушка оформлена сзади голубеньким фетром. Показывала я в своем видео во втором отчете и оформлении, как я закрепляла проволоку. Кому интересно, ссылочки, опять же, все будут в инфобоксе. Такие вот чудесные баночки вышились у меня в этом году. Вышивала я их летом на море. И перейдем к следующей серии, которые также вышивались в этом году по набору фирмы Dimensions. Там также у меня 4 игрушки. И это праздничные грузовички от фирмы Dimensions. Вы сразу видите оформление, которое идет. Понравилось мне оформление с бусинками. И давайте буду вам показывать поближе каждую игрушку. Чудесный такой грузовичок. Здесь я надписи уже не переделывала, так как они занимают довольно много места на данной игрушке. И переделать их было бы не так просто. Проволока скручена так, как нам предлагает производитель, по шаблону, который дан в самом наборчике, с такими вот кругляшками. Сзади оформлены эти игрушки белым фетром. И вот такие вот бусинки, по 3 с каждой стороны. Интересные, они такие немного квадратные. Мне эти бусинки очень понравились. Когда увидела их в магазине, решила, что они должны подойти к этим машинкам. Так как у меня 2 сыночка, им, конечно же, машинки очень понравились, так же, как и мне, поэтому я решила, что необходимо в этом году их обязательно вышить. Я довольна тем, что коллекция игрушек пополнилась таким хорошим, значительным количеством игрушек. Они мне очень сильно нравятся. Есть также видео по данным работам на канале, 2 отчета. И вот такой вот последний грузовичок, вернее прицеп, который нравится мне меньше всего. Но это к разговору о том, что даже если мне какая-то игрушка не нравится, я все равно ее вышью. Раз уж это серия, раз уж их 4, то должны быть вышиты все 4. Но в общей массе, как целая серия, он смотрится тоже интересно. Такой вот прицеп так грузовичка, и поехали наши машинки. Нравится мне вся эта серия, и я ничуть не жалею, что в принципе взялась ее вышивать. Это все мои игрушки, которые вышиты на пластиковой конве. И вот так вот постепенно мы добрались с вами к елочным игрушкам, оформленным в виде пинкипов. У меня 2 вышиты серии на данный момент от Dimensions. Конечно же, куда же без них. Dimensions довольно красивые выпускают игрушки. И давайте покажу вам первую серию, которую я начинала вышивать в прошлом году. Это вот такие вот прекрасные игривые снеговички. Этот набор еще можно купить. Довольно много у кого он есть в запасах. Кажется, что игрушка не очень большая, но довольно трудоемкая. Здесь идет частая смена ниточек, довольно много бэкстича, особенно вот эти вот веточки. Мелкий частый бэкстич, и занимают они прилично времени. Оформлены с такими чудесными помпошками маленькими. Люблю я эти помпошки. Сзади игрушки оформлены фетром, который был в наборе. Это мягкий такой фетр. Цвет айвори, его с трудом хватило, чтобы натянуть, так как давался кусочек не очень большой. По задумке дизайнеров его надо было просто вырезать и приклеить сзади. Я же хотела, чтобы сзади игрушка также была пухленькой, поэтому маленькие совсем отступы есть по краям, и натягивала эту игрушку на картон. Подвес сделала из ниточек СХС. Кому интересно более подробно, есть у меня видео на канале. И давайте покажу вам остальные игрушки. Вот такие вот чудесные снеговички, которые наряжают елку. Сейчас будем также верхушечку ставить на нашу елочку. Вышила я в прошлом году 3 игрушки. Не успела я полностью вышить всю эту серию.
И уже в этом году завершала и оформляла данную серию. У меня, по-моему, в феврале она была завершена. Сейчас точно не помню. Ну, по видео можно посмотреть. Такие вот чудесные снеговички, они такие забавные. И, как сказал мне ребенок с этими помпушками, данные игрушки похожи на такие пирожочки. И последняя игрушка, снеговичок, который поджаривает себе маршмеллоу. Чудесная, красивая елочка. И на каждой игрушке, обратите внимание, есть маленькие кардинальчики. Друзья наших снеговичков. Казалось бы, всего пару крестиков, но в этих пару крестиках можно узнать именно кардинала. Здесь есть, тут. Мне нравится на этой игрушке зайчик. Посмотрите, какой он чудесный. Также не так много крестиков. Есть даже переходы, не одним цветом он сделан. Там, по-моему, два серых цвета. И птички-кардинальчики, они также не одним цветом, а несколькими цветами сделаны. Здесь вот такая вот собачка. Красивые игрушки. Здесь, конечно, придется повозиться. Техника выполнения полукрест, крест. Французских узелков довольно много, но кто-то не вышивает вот этот вот снежок летящий. Много бэкстича в одно, два сложения. И, по-моему, даже в три. Сейчас точно не вспомню, кому интересно, проходите на видео по данным игрушкам и можете узнать более подробно всю информацию. Такая вот чудесная серия, очень рада, что я их вышила, очень они мне нравятся и нравится, как они оформились. Несмотря на то, что это зима, снеговики, снег, мне кажется, получились довольно-таки теплые. Игрушки, довольно теплые сюжеты. И после вышивки этих игрушек я влюбилась в елочные игрушки от Dimensions. И хочется, конечно, мне очень хочется вышить все игрушки, которые у Dimensions есть. На это понадобится не один год. Кто-то скажет, зачем так много, не поместится все на елке. Здесь дело даже не в том, чтобы украсить елку. Мне нравится просто доставать эти игрушки, пересматривать их, любоваться. Так что даже если это все не поместится у меня на елочке, я все равно хочу вышить все игрушки от Dimensions. Буду постепенно вышивать. Уже выбрала для себя, какую серию игрушек я буду вышивать. В 2019 году. В 2018 году я участвовала в СП, который проходил в Facebook. Мы вышивали серию игрушек от Dimensions «Старинное Рождество». Это последние мои игрушки. Такие вот чудесные игрушки. Вот такое у меня оформление с бусинками, с кисточками. И покажу вам, как игрушки выглядят сзади. Сзади они оформлены такой красной, нет, даже не красной, вишневой тканью, немного неправильно передает освещение, и блестящие листики астролиста. Мне кажется, ткань чудесно подошла, так как на игрушках также у нас есть листики астролиста. Следующая игрушка, вот такие вот птички, показываю вам их уже не в порядке вышивки, а как они попадаются мне под руку. И уже начинаю немного хрипеть. Длинное получается у меня это видео. Вот такая вот пуансеттия была, она вышита самой последней. Нарядная, красивая, очень красивые игрушки. Здесь используется крученый шнур. Я решила его заменить на такой вот магазинный золотистый. Также в игрушках есть золотистый бисер и ниточка металлика. Выкладная нить на некоторых игрушках есть. И кое-где золотистая ниточка используется в самой вышивке. В бленде на олене была. И последняя игрушка — колокольчики. Ее, кстати, я вышивала первой. Очень нарядные игрушки, красивая серия.
Я рада, что она у меня появилась, что она вышилась у меня. Очень довольна оформлением, которое получилось. Ну а на этом, пожалуй, все. Показала вам все свои елочные игрушки. Немного захрипло. Надеюсь, видео получится не очень длинным. Если вам понравилась моя коллекция игрушек, не забудьте мне дать об этом знать пальчиком вверх. Напишите в комментариях, какие игрушки вам понравились больше всего. Возможно, вы вдохновились на вышивку каких-либо игрушечек. Будет приятно это почитать. Но у меня на сегодня все. Благодарю вас всех за внимание. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч!